29 декабря на центральном харьковском рынке прошел песенный флешмоб «Пели Щедрика и радуйся земле». Киевский район Харькова назван самым чистым и экологичным районом города. Это Харьков, это Накип Тимошенко, здравствуйте. Самые интересные события Харькова и области за прошедшие вторник, среду и четверг. В канун Нового года, 27 декабря, примерно в 17:00 на Салтовском шоссе вблизи окружной произошла жуткая автомобильная катастрофа. Пьяное животное на Прадо, ударив ехавший впереди «Жигуль» и пытаясь сбежать, выехал навстречу и протаранил другой «Жигуль», ехавший навстречу. На месте был убит 8-месячный ребенок. Его молодой папа умер в реанимации на следующее утро. Мама находится в психиатрической больнице с тяжелейшей эмоциональной травмой. 36-летний, нигде не работающий коммерсант на Прадо пытался на месте давать деньги патрульным, чтобы решить ситуацию. На суде в Червонозаводском районе он сказал, что раскаивается в содеянном и хочет помочь пострадавшим деньгами. Адвокат подозреваемого настаивал на домашнем аресте и утверждал, что после аварии его подзащитный очень испугался и выпил алкоголь, который был у него в машине. Поэтому его обнаружили в крови. Суд оставил задержанного в СИЗО на 60 суток, без внесения залога. Учитывая все обстоятельства случившегося, прокуратура переквалифицирует это дело на более тяжелую статью и требует не 8, а 10 лет заключения. 29 декабря в военный госпиталь на улице Культуры пришел новогодний праздник и настоящий Дед Мороз. Актеры театра Шевченко поздравили раненых, заходя в каждую палату. Ось уже рік минув, як у шпиталі я був, подарунки роздавав, з Новим роком всіх вітав. І ось знову прекрасна нагода у нас в Академічному театрі імені Шевченка випала приїхати сьогодні сюди до наших героїв і привітати їх з Новим роком, побажати їм швидкого одужання і хай мир, радість і щастя прийдуть на нашу Україну. Всіх з Новим роком! Слава Україні! Героям слава! З Новим роком! З Різдвом! Всіх вітаємо! Для короткого выпуска достаточно. Все подробности на сайте накипело.ua. Слушайте нас на Радио Рокс и SoundCloud. Смотрите на Ютубе. Все только начинается. Это был подкаст «Накип Тимошенко».